Здравствуйте, меня зовут Роман Трофимов, моя супруга Елена. Лена. Приехали мы из Диксона, Красноярского края, крайний север. Попали на... имелись у нас проблемы со здоровьем, попали на лечение к Елене Сергеевне Солодовниковой. Прошли погружение, лечение продолжалось месяц, достаточно, конечно, сложное погружение, но очень эффективное. То есть при имеющемся наших, скажем, недомогании заболеваний, здесь мы смогли все-таки от них избавиться, получить реальное оздоровление. По своему здоровью, по своему ощущению, я чувствую себя здоровым человеком. И, в принципе, рекомендую всем заниматься своим здоровьем. И, конечно, больше, наверное, на это обращать внимание, на свое здоровье в первую очередь. Потому что, конечно, за всю свою жизнь я своим здоровьем никогда не занимался. И очень рад, что я попал к Елене Сергеевне, что она все-таки мне помогла избавиться от моих недугов. И самое главное, помогла мне и объяснила, как правильно питаться, жить в дальнейшем, для того, чтобы не иметь этих болезней, не иметь этих проблем. Спасибо большое.